есть конвой, ребят. Сейчас будет. Баригуда, как вы сказали, чай, чайный, китайный. Иди сюда. Наши последние деньги счастливые. Я с говном сожру за пузо открытое. Не, ну здесь очень клево, да? Очень круто, пойдемте туда. Мое самое любимое место, наверное, в Дубае, это... Why you ruin my vlog? Okay, continue vlogging. Say the Arabic guys are lazy. Alone. Yeah, this is example. Look at how he's lazy. So Anita came here to take Turkish ice cream. She doesn't know what he does with the stick, so you guys just see it. Take it, Anita. Take it, Anita. You can't take an ice cream. Try. What's going on, guys? Я не знаю, почему, когда я была в Турции, я никогда не пробовала мороженое в турецком стиле, но это было так смешно и забавно. Это было реально нереально круто. Ну что, друзья, это мой друг. Это познакомиться. Удивительное чувство, на самом деле, кататься без крыши. Хотя я это, короче, не делала никогда. Александра. Эта детка покидает нас совсем скоро. Друзья, надеюсь, этот влог вам понравился, и я вас очень прошу, если вы наполнены негативом, пожалуйста, не выливайте мне его в комментарии, потому что я впускаю вас в свою жизнь, я делюсь с вами частичкой и моментами из своей жизни. Если я рассказываю вам что-то в своих видео, то я делаю это искренне, поэтому напишите мне в комментариях, если это видео вам понравилось. Я буду делать такие видео чаще. Я вас всех обнимаю, люблю и желаю вам всего хорошего. Всем пока!